В составе 13 человек Национальный центр здравоохранения трудится над тем, чтобы перевести всю информацию, а также помочь связаться с врачами через интернет. Любой желающий сможет проконсультироваться со специалистами через социальные сети Twitter и Facebook. Граждане смогут получить консультации врачей. Работает специальная группа, которая ответственна за звонки и письма жителей столицы. За сегодняшний день к центру подключились почти 2000 человек. Вопросы задают по поводу состояния здоровья, а также по уходу за ребенком. Ответы на вопросы и консультации мы будем предоставлять постоянно. Сейчас наша программа только стартует. Уверена, что все больше людей оценит эту функцию. Теперь не обязательно вызывать скорую помощь. Вы сможете обратиться за советом к врачу через интернет. Национальный центр обещает предоставить максимально оперативные ответы. Также на сайте можно найти профилактические видеоролики. На сайте Центра социального здравоохранения можно не только обратиться за помощью, но и посмотреть видеоуроки для молодых мам, а также по оказанию первой помощи.